Журналисты рубрики «По вашим письмам» подготовили очередную порцию ответов. В студии Наталья Агейчик. Первый вопрос зачитываем от Надежды Васильевны Бобровой. «Мне досталось в наследство квартира от умершего брата. За последние 5 лет накопилась большая задолженность за квартплату. Я слышала, что за квартплату можно внести задолженность за последние 3 года. Насколько моя информация достоверна?» У юриста спросим ответ на ваш вопрос, Надежда Васильевна. Общий срок исковой давности – 3 года. Есть сокращенные сроки, есть более длительные сроки, но на данные правоотношения, на правоотношения по взысканию задолженности по квартплате, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, действует общий срок исковой давности – 3 года. То есть по истечении 3 лет управляющая компания или ТСЖ принудительно уже заставить должника исполнить его обязательства по оплате не сможет. Управляющая компания и ТСЖ могут обратиться в суд, и суд обязан принять такое исковое заявление. Но если ответчик, должник в суде заявляет о применении срока исковой давности, то следует автоматический отказ в удовлетворении искового заявления. Следующая тема касается нарушений трудового законодательства. От Андрея поступил вопрос. Постоянно задерживают заработную плату или выплачивают не полностью, а какие-то проценты. Собираюсь в отпуск. Уверен, что и с отпускными будет такая же история. Как поступить? Куда можно обратиться за помощью? Андрей, в разрешении конфликтных ситуаций могут помочь разобраться юристы Краевого совета профсоюзов. В любом случае заработная плата должна выплачиваться 2 раза в месяц. Это определено 136 статьей Трудового кодекса. За задержку выплаты заработной платы, отпускных и иных положенных работнику выплат существует ответственность работодателя, предусмотрена 236 статьей Трудового кодекса, согласно которой работодатель обязан произвести начисление выплаты процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка. У работодателя возникает ответственность в связи с несвоевременной выплатой оплатить работнику компенсацию за то, что он несвоевременно произвел выплату денежных средств. Отпускные однозначно за 3 дня до наступления отпуска должны поступить работнику на карточку или он должен получить в кассе. Сервисные службы, по которым вы можете отправить нам любой вопрос, работают ежедневно и круглосуточно. Есть проблемы, обращайтесь к координатам внизу экрана. Я желаю вам отличного дня. До встречи.